Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков, и я снимаю видео очередное, которое не наберет просмотров, потому что тема, скажем так, мягко говоря, антихайповая. Сегодня у нас обзор невероятно нужного в 2020 году, необходимого, крутого, неубиваемого суперского героя под названием Рыцарь, друзья. Да, мы уже снимали обзор на Гарпию в 2020 году, а сейчас снимем обзор на Рыцаря. Когда-то я уже делал подобные видосы, каких-то героев обозревал, даже уже не помню каких, потому что это было давно. Так что усаживайся поудобнее, я не надеюсь, что ты поставишь свой княжеский сам знаешь что, но если поставишь, буду весьма благодарен. Про колокольчик не забивай. Не забивай на колокольчик, вот. Так, вот он мой рыцарь. Он почти прокачан на максимум. В принципе, смотри, я даже его по судьбе могу дальше прокачать. А чё бы нет? Давай, подожди. Но этих камней хватает. Опа, вот ты просто смотри. Ой, о божечки. Что я сейчас сделаю? Да простят меня боги рандома, не знаю. Ой, ты, утепусечка какая. Так, 6 повторок надо, да что? Да без проблем. Ой, камушки закончились, да сейчас. Сейчас, подождите. Сейчас, у меня самоцветы есть. Тысяча. Ой, у меня 3000 самоцветов. Сейчас, ребята, сейчас будет движ. Так, давай, открываемся. Ой, вы посмотрите. Рыцарь, ты где? Ага, прорыв 10, да? 14 умение уже, смотри, судьба. Улучшаем. Давай дальше не останавливаться. У меня вообще основные герои есть с такой судьбой? Ты посмотри, как он прокачивается. Ему вообще плевать на все. Ему вообще пофигу. Мы на максимум. Насколько могли, мы его, грубо говоря, прокачали. Подожди, да, ради интереса. Зефирик, судьба какая? У Зефирика хуже судьба! У меня у рыцаря лучше судьба, чем у Зефирика. Ребята. А? Как вам такое, да? Посмотри. У лисы хуже судьба. А рыцарь у нас почти на максимуме. А? Давай ему питомца какого-то поставим. Ну, давай вот этого. Дальше. Давай, ну, соответственно, надо талант ему поменять. Будем его делать просто супер демагером. Потому мы ему сейчас поставим. Извиняюсь, у меня язык заплетается. Такая тупая история. У меня на одном из пальцев есть бородавка. Я ее специальным средством вывожу. И, короче, я пока это средство открывал, не мог его открыть. И зубами решил эту крышку сорвать. А там такое средство термоядерное. И мне попало на губу и на язык. Болит пипец, жгет пипец. Я даже не знаю, как я сейчас разговариваю. Ну вот, посочувствуйте мне. Не, ну я, конечно, сам идиот еще. Редкостный. Бегал тут, орал, это себе рот промывал. Так, ладно. Подожди, так. Ну, возьмем что? Ну, возьмем порочный пакт, откроем, наверное, да? А вы в комментариях пишите, на какого героя сделать обзор, кого там на максимум прокачать. Я обязательно это сделаю. И под понравившимся вариантом ставьте лайки, чтобы я это, конечно же, увидел, друзья. Так. Угу. Рыцарь, поменять. Подожди, ну да, скина у него-то по-любому нету. Ставим ему, значит, порочный пакт. Так, улучшаем. Так, 8 и 10, 9 и 10, ну а чё? Ну, 10 и 10, я думаю, он заслуживает, да? Я думаю, он заслуживает. Блин, у меня у Зефирика 13-е умение. А у рыцаря... Ну, хоть 10-й талант у Зефирика, да, а у рыцаря 14-й. Ну и кто теперь самый крутой на моем аккаунте, а? Так, руны. Можно, конечно, урон поставить. Но я думаю... Знаете, ну, чтобы он хоть как-то стоял. Давай ему так сделаем.
Дальше, снаряжение, недомогание. Ну, я, наверное, вряд ли сейчас что-то по-быстрому толковое выбью. Поменять. Выберите предмет, давай. Вот так вот, может... Не, может, что-то выпью. Слушай, давай обряд лечения. Увеличивает здоровье на 35% в бою. При атаке восстанавливает 4% максимального здоровья. Раскаленный доспех. Це все хурма. Це все хурма. Це все хурма. И це хурма. Все хурма. Ладно. Стой, подожди. Саша, не тупи, подожди. Надо еще и созвездие ему паролить. Ну, как вы видите, у меня только 3000 самоцветов, потому... А, я могу его улучшить, смотри. Опа, улучшили, да? Снаряжение, созвездие. Сейчас ему пятерок наролим хотя бы. Ну, уклон тут есть пятый, атака пятая есть. Так, ну давай. Дай пятерок, ты чё, самоцветов и так нету, братец. Рандомчикус, ну ты чё? Жизнь. О, все. Поймал пятерки. А, ну давай здесь паролим. О, у меня 125 карт. Опа, точность и атака. Нормально, нормально. Вообще огонь. Окей. Ну что, где его тестить будем? Давай. Всех героев уберу. Просто пускай он будет один. Потому что что? Потому что да, он может. Так, один, ставим рыцаря. Я бы вообще, ну, были бы ресурсы, да, если бы я был там донатером, я бы вообще на максимум прокачал. Ну ладно. В рейды. Я думаю, вообще смешно будет, конечно. Интересно, он хоть пару секунд продержится сейчас или нет. Вы там это, кто недавно начал играть, вы тут не смейтесь, да? И что ты там смеешься? Не смейся. Когда-то это был супер полезный герой, и он использовался на боссах гильдии. Вот. И он помогал отправлять босса в вечный стан. Покопайтесь, напишите вечный стан, босс, битва замков, найдете... У ютуберов старые видосы о том, как отправить... Ой, он даже выдерживает лесу! Ты посмотри! А если бы я ему еще уклон наролил бы, а? Если бы я ему уклон наролил, то что было бы? Смотри, как держится! Я думал, он сразу... Блин, извини, тут современные герои собранные, не все могут, знаешь, не откинуться сразу. А он, смотри, держится. Давай. Ну, тут, конечно, лиса какая-то злая попалась. И ему стало грустно. Ладно, в рейдах... В рейдах понятно. Все, жопа. Давай попробуем, не знаю... шестую кошмарку. Ну, такую рандомную. Рандомную какую... А, ну тут его застанет, да. Тут смотреть нечего. Кстати, было бы интересно, если бы ему сделали полную неуязвимость к любому стану. Но этот герой сам по себе станет, понимаешь? Вот взяли бы разработку. Хотя я сам говорил, что старых героев трогать не надо, им ничего переделывать не надо. Вот, это все глупости и прочее. Но, ну, потому что это по факту так. Но было бы, конечно, интересно, вот этот герой сам по себе станет, наносит. 14 умения, кстати, обзор, между прочим, снимаю, а умение вам не зачитал. Наносит 510% урона четверым случайным целям в радиусе действия, ввергая их в кому на 3,5 секунды. Вот. Четырем, блин, мог бы... Он, вот, блин, 14 умение, и при этом у него только стало больше на одну цель. Я там понимаю, 5-6 целей сделали бы, бред. А, так, что тут еще? Куда? Ну пошли в нашу тогда любимую жестокую подземку. Посмотрим, что там вообще будет. Я просто не знаю, где его тестить. Так, ну-ка, давай. У него чара на отхил стоит, да? Ой, посмотрите, по нему мисуют. По нему мисуют, хотя у него уклона толком нету. По нему мисуют. Но правда, его жестко и застанет, он ничего не делает. Хотя, не, смотрите... Понемножку там вырубает всех. Сейчас он с этими дракончиками справится, надеюсь, когда-нибудь в следующей жизни. А, так.
идет, смотри, наваливает. Просто ему не страшны преграды. Ему не страшны преграды. Ну, единственное, если его, конечно, не станет. Посмотри, как он здание еще выклобучивает с одного удара своего умения. Просто топориками накидал. Просто Тор из вселенной Марвел. Вот. А как его еще по-другому назвать? Но выглядит он, конечно, круто. Ну, он простой такой, знаешь... простой такой мужичок, никуда не такой дворфик, да, никуда не торопится, идет просто, вот, топором рубит, накидывает, кидается топорами, типа, ну а чё, ну, типа, его дело простое, его высадили, он идет всем накидывает люлей, ну, спокойненько такое прется, у него все хорошо, у него все четко, вчера зарплату получил, бутылку водки купил, выжрал ее, дал в ухо жене, детей выпрал ремнем. Все нормально, проснулся, похмелился, пошел в жестокое подземелье, все у него хорошо, он не парится. В барбершоп не ходит, борода и так красивая. Ну а чё? Это ж, блядь, раз в месяц ее моет шампунем. У него все классно, подсолнечным маслом смазал. И день прошел не зря. Так, блядь. О, доходит до боссов. Слушай, а боссам он там накидывает нехилый урон. А, ну, 500. 700. 400. Я не понимаю, там то ли 200, вы смотрите на повторе, мне кажется, там по 3 ляма вылетало. Он по 3 ляма им накидывал. Лям точно накидывает, но мне кажется, он там и по 3 ляма накидывал, потому что там цифры были супер большие. Просто он их не заметил, он просто, ну что, иди сюда, нормально, ты че. Так, королевская битва. О, давай, королевская битва. Епта. Сейчас посмотрим. Так. Вторая. Создать пачку. Давай, вторая пачка. Ты где? Опа. Отлично. Так, это мы забираем. Давно здесь не... Берем рыцаря. Пошли на демона. Что тут за босс? Идите сюда, черти. Я вас сейчас всех размотаю. Вы вообще в курсе, с кем вы связались? Вы вообще в курсе, с кем вы связались? Посмотри, он там накидывает, он там оккультиста вырубил почти. Посмотрите, у него там хп не остается, его там отхилить не успевают. Посмотри, он живой. Как его еще не вырубили? О, вырубили. Подожди, давай ему на помощь, ну, хоть кого-то. Давай ему, слушай, выражая на помощь, ну, чтоб, типа, хилил его. Ну, просто посмотрите, ты зашел, блин, половину, типа, семерых положил, но последний успел дать в глаз, вот это вот, знаешь. Так. Я говорю, он сейчас всех раскидает. Смотрим на этого оккультиста, сейчас он отхлебнет в ухо получит топором. Даже не топором, там просто булава. Там просто булава. О, ну. А, стой, это демон. Почему? Сука. Это не оккультист. Это демон. Я его с оккультистом перепутал. Как его... Как этот герой называется? Я уже забыл. Так. У меня, кстати, обзор на него там то ли 60 тысяч просмотров набрал. Ну, так нормально. Всех чпики-пуки, блядь. А, ну Фрею, конечно, да, он не сможет вырубить. Или просто накидывает. Накидывает, разматывает. Или уже демона почти вырубили. Демона уже почти вырубили. Нормально. Он мужик простой. Ему сказали, иди бей. Иди бей, короче, своими молотками вот туда. Он что ему сказали? Он пошел бить своими молотками вон туда. У него все хорошо, у него все замечательно. Как бы, блядь, хорошо парятся, нормально все. Ну, Фрея, что там Фрея вообще бузит? Дура. Сейчас ей в ухо пропишет, и все будет хорошо. Демона добили почти. Все, одна Фрея осталась, одна Фрея.
А, видишь, ну тут проблема в том, что он целью взял. Целью взял именно этих голубей. Ну, голуби в стане. Ну, смотри, и как бы и это, и Фрей тоже достается. Вон, полетели, полетели. Полетели, полетели и на подарочки накидываться. Полетели и подарочки накидываться. Ну, за 50 секунд, не знаю, успеет ее врубить, не успеет. Ну, как бы, сколько это получается? 20% здоровья только у нее снял. Ну, где-то уже 25, наверное, процентов снял. 40 секунд у нас. Ну, вот просто даже, ну, это понятно, что это скучно, но это мне просто самому интересно. Что там уже под 40? Трудно, трудно, там из-за цифр не видно. Вроде никто хилить не должен. Ну? Это же опасный, опасный у меня рыцарь. Опасный рыцарь просто, ёпта. Так, ладно. Подожди. Ну да, он уже есть 40%. Если бы времени было бы побольше, он бы ее вырубил бы. Пошли на арену. Нет, это не арена. Где, где? Где, 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 где? Так, создать команду. Просто берем рыцаря. Просто берем рыцаря, и как бы и нормально все будет. Вы там что-то, вы что-то, что-то. Вы сомневаетесь в нем? Скажите мне, вы в рыцаре сомневаетесь? Пошли. Не смотрите на место. Здесь играют только одни профессионалы. Давай. О! Посмотрите, вражеский рыцарь 20 уровня. Решил кинуть мне. Мне вызов решил кинуть. И где он? Где он после этого? Это вам там не какой-то топ-100 или топ-10. Это топ-40 тысяч арена. Сейчас мы тут всех... Еще один рыцарь? Да что вы будете делать? А где пачки? Где пачка-то, а? Видишь, такая походка, такой, блин, маленький, такой, знаешь, это, знаете, то чувство, если бы... Ну, он такой же низкий, низкий, как Путин. Это то чувство, если бы Путин был еще ниже роста, хотя, вот, куда уж там бородатый, вот, и, ёпта, и с молотками. Вот такой же ходил бы, блядь. Посмотри, он тут против пачки героев. Бля, его убили. Но он мог их вырубить. Он просто, ну, типа, понимаете, солдат ребенка не обидит. Солдат ребенка не обидит. Посмотри, кто такой этот хладный призрак? Кто он такой? Просто чмо. Посмотри, чмо. Еще и в стан уходит. Где ваш там этот новый хладный призрак? Где он? Просто улетел. Улетел. Че ему там? Ну а че? Ну а че? Ну а че? Мы можем. Мы можем. Давайте. Кто там следующий? Давай же проведем сегодня последний бой. Так. Ой, что тут? Вампиры. Ой. 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 Решили напугать, да? Тыквами там своими, да? О-хо-хо. Дурачки. Дурачки. Посмотрите, он сейчас просто с одного удара тут весь кристалл размотает по полной программе. Посмотрите, какие криты сумасшедшие. По 200 тысяч. По 200 тысяч криты вылетают. Что, что, что этот несчастный череп может вообще сделать, ребята? Что он о себе возомнил? Ну, смотри, сейчас все вырубаем. Ладно, пока... Пока рыцарь показывает, кто в этом доме мужик, я вам пожелаю огромнейшей удачи, большое спасибо, что смотрели это видео, пишите в комментариях, кого показать в следующем видосе, всех целую и пока.